Здравствуйте, здравствуйте. С вами снова Ваня, и это третья серия All-in-One Modpack, в которой мы занимаемся непонятно чем. Я пытаюсь организовать на моем огородике вот это безобразие, и, наверное, пора уже делать из этого огородика не огородик. Ну, типа, чуть-чуть, что я тут? Вот, пора из него делать что-нибудь приличное. Так-с. Тыкву брать, тут все засеять и поставить. Я пытался поставить сундуки наверх, но что-то у меня как-то не получается. Так-с. Что посеять сюда? Ну, сюда, конечно, посеять инфериум. Я думаю, что в верхние сундуки я буду сеять, собственно, что-нибудь одно. Например, железо. Но железо почему-то упорно не дает семена. Вот два семечка есть, и все. Так-с. В общем, будем делать. И еще нужно куда-то все это барахло складировать. Как бы нам правильно заняться складированием барахла? Кстати, не очень представляю, куда-то продевал все свои... я изумруды истратил на починку, и стало невесело. Маны, кстати, до черта, можно прямо вот стоять и копать. А еще у меня есть черепаха, это я вот здесь вот копнул. Тут иногда вылазит что-нибудь страшное. О, Чаус Ор. Ну, правда, она мне не нужна, потому что я ее воспользоваться на самом деле не смогу. Итак, где хранить все свое барахло? Вот вопрос. Ну, я думаю, что вот в таких штуках. Сундуки кончились. Сундуки кончились, и у меня внезапно кончилось дерево. Очень неожиданно. Дело в том, что я пережарил столько угля, что мне хватит надолго. И, кстати, я не думаю, что я буду топить вот эту историю углем. У меня есть другие, более интересные идеи. Так, собственно, которыми мы сегодня и займемся. Как топить не углем? Не здесь. А еще нам нужно дерево для строительства. Как меня это все радует. Прямо так вот идешь. Пинг, пинг, пинг. Все собрал. Вот примерно столько дерева дает мой лес. Кстати, неплохо. Ну, что-то он саплинги перестал давать. Может быть, их надо сажать более разреженно. Но ладно. Дадим этой штуке осыпаться. Может быть, тут все-таки что-нибудь есть. Так-с. Есть такой интереснейший рецепт. Во-первых, сундук можно делать вот так. Опять же. Вот. А во-вторых, можно делать вот так. И это дроверс. Ок. У меня есть полстека квадратных дроверов, в которые можно запихивать всякое барахло. И я думаю, что... Да, кстати, действительно, почему я должен обязательно лазить по каким-то строительным блокам? Неужели на эти дроверы нельзя повесить лесенки? Ты ж смотри, я спокойно залезу вот сюда. Во, это больше мне нравится, чем то, что я задумывал изначально. Итак, сейчас я просто... Чпок, чпок. Падать это плохо. Вот, сейчас я пробегу здесь, соберу все то, что у меня тут выросло, а выросло у меня тут много. Так, и с деревом пора завязывать. Его слишком много. И мы посмотрим. Больше всего, конечно, инфериума. И инфериум явно у меня тут где-то будет жить. Тут еще есть инфериумные семена, которых не то чтобы много. Вот эти семена, может быть, имеет смысл включить дальнейшее производство. Что я тут производил? Вот этих. Скорее всего, хорошая идея, потому что я тут начал заниматься производством каменных семян. И каменные семена что-то как-то не производятся. О, ура! Ты ж смотри, какая красота. Это вот пойдет сюда. На рыжую землю. Во. Так-с. Ну, в общем, продолжаем все запихивать сюда. Каменные семена. Наверное, даже каменных семян надо побольше. Потому что я сейчас хочу построить... Вы не поверите. Ну, не то чтобы моб-грайндер, а площадку, где мобов можно обижать. Ух ты. Чертова пила. Не допили его до сюда. А жаль. Я очень надеялся. Ну ладно, перевысаживаем лес. А очень классно, когда он вырастает целиком и полностью. Собирать его одно удовольствие. Есть у меня дурацкое подозрение, что когда высаживаешь лес так плотно,
то он дает меньше саплингов, чем нужно для того, чтобы его посадить. Ну, может быть, может быть. Так. Последние тыковки. И больше здесь тыковок нету. Мы будем использовать это место, я не знаю, под... Ну, на самом деле, я знаю, под что мы будем использовать. Под вот эту самую историю. Под мистиков Грикавча в диких количествах. Что тут строить-то? Строить пока есть из чего. Так, и важная история. Мне нужно много-много-много кобла. Так, где-то у меня были серенькие семена. Были? Были серенькие семена. Здесь сереньких семян нет. Перевысаживаем. Все, все, все превращаем в серенькие семена. Хотя, ну ладно. Немножко земляных надо, конечно, иметь. Ну, потому что у нас же это воспроизводство клея. Но с клеем у нас, по-моему, это терракота, которую я пожарил. А это кирпичики, которые я пожарил. Может быть, стоит, может, не стоит ее воспроизводить, не знаю. Давайте посчитаем. А, нет, стоп, что я делаю? Ну, в общем, у меня получается 5 вот этих штуковинок. По железу я... По железу все не весело. Да, у меня пока что клея больше, чем мне нужно. Ну и, соответственно, весь клей превращаем в поты. Чпок. Можно еще немножко. Так-с. Жаль. Я вообще-то надеялся. Ну да, еще 2 хоппера можно сделать. Так-с. А еще 2 хоппера, это значит немножко сундуков. Парочка хопперов, парочка этих самых потов. Организуем это все как-нибудь. И да, мне хватает даже сундуков на то, чтобы продолжить то, чем я занимался. Так, это сюда. А это мои 3 вот этих штуки. Вопрос. Вырос ли я уже настолько, чтобы использовать оранжевую землю? Я думаю, что на самом деле, наверное, нет. Еще терракота. Черт возьми. Я думаю, придется использовать зеленую землю. Ну, она дешевая, потом я ее выкину. Сколько мне надо? Здесь 1, 2, 3, 4. И там 6. 10. 10 земли. Мало, конечно. Но как можем? 10 земли и выращиваем мы... кстати, мы можем выращивать все, что захотим, если честно. Сюда можно просто перепрыгнуть. Ой, это не те поты-то. Что это я? Как я умудрился это сделать? Вот что я сделаю. Так, это кто это? Это у меня Iron Crop. Я вытащу весь Iron Crop, и наверху у меня будет исключительно производство айрона. Вот как это будет. Да. Это первая идея. А вторая идея, что у меня еще можно производить наверху? Тут же много всякого барахла. Как вот это произошло? Очень интересно. Дело в том, что сундуки с шифтом ставятся как-то очень странно. То ли это кварк так делает. О, правильно, стали. То ли еще что-то. Когда же у меня уже будет полет? Кстати, а что у нас есть летательное? Летательного у нас нет ничего. У нас есть только токен. А ринг какой-нибудь есть? Ангел ринг, там вот это все. Нет. Смотри, мы никогда не будем летать. Так-с. Здесь должны быть исключительно красные земли. Исключительно красные земли. Пинь-пинь-пинь. Ну ладно, одну зеленую сюда можно, потому что нам нужно производить камень. Камня нужно очень много. Я думаю, что дофигацать на дофигацать. Так-с. А вот это все превращаем в зеленые. В зеленую землю. Ну да, как-то так. И высаживаем тут зеленые или коричневые. Или есть ли у меня уже серые ситцы. Серых ситцев все еще нету. Ладно, зеленые ситцы тоже ситцы. Да, сереньких нету. Ладненько, зелененькие, значит зелененькие. Это временное явление. Я, кстати, ограничен чем? Я ограничен железом. Ладно, это пусть растет.
Да, было бы классно, если бы я смог сделать здесь исключительно железо. Но как получилось, так получилось. Может, сюда землю утащить или воду? Думаю, да, было бы неплохо. Да ладно, все нормально на самом деле. Надо просто иногда сюда заглядывать. Такс. В общем, какая-то вот такая история. Нужно, конечно же, сделать мне тут... как эта штука называется? Дровер-контроллер. Но, может быть, можно прожить и без него. Так, сколько у нас вот этой штуки? 232. Это даже меньше 4 стеков. Я себе даже не сделаю 4 оранжевой земли. И, наверное, не стоит делать себе оранжевую землю по одной простой причине. Вот этот вот кристальчик тратится. 50 юзов я уже на нем сделал. В общем, вот такая вот история. Такс. А, стоп, да, действительно, надо где-то выращивать землю. Вот здесь надо выращивать землю. Парочку даже, наверное. Потому что землей я пользуюсь. Да. Сдается мне, что коровам пока нормально, а вот свиней можно уже резать. И я бы с большим удовольствием поубивал бы много-много-много мобов. И вот почему. Так, свиней раскормить, всех взрослых убить. Хотя нет. Хотя нет. Давайте посмотрим. Хотя нет, да, убил бы. Эти заразы катастрофически не могут войти в... Сюда, иди, иди, иди. Ладно, я тебя сюда запихаю. Но они даже не запихиваются, по-моему. А, нет, запихиваются, ты ж смотри. Ура. Так, зачем я убивал свиней? Не дали. Дело в том, что... Ладно, пусть это будет для вас сюрприз. Мне не дали той штучки, которую я хотел. Так, ладно, продолжаем разговор. К сожалению, производство камня я только-только запустил. О, кстати, только-только запустил. Ну, вот запустил, и тебе дали еще немножко каменных семян. Так, и тут есть какие-то семена. О, еще дали каменных семян. Сейчас здесь будет все в каменных семенах. А, дело в том, что мне надо очень много камня. Такс. Но, в общем, несмотря на то, что я запустил производство, камня-то на самом деле нет. Поэтому я тут просто постою, покопаю. Вдруг еще дадут. Но, скорее всего, дадут по шее. Причем обычно дают по шее сильно каким-нибудь диким страшным мобом. Паук на пауке, пауком погоняет. А не сделать ли мне какой-нибудь... меч, что ли? Дали? Нет, за убийство ничего не дали. Ник. Чем отличается вот эта штука от вот той штуки? Вот эта штука, это более предсказуемые оверворлдные руды. А здесь прям вот, вот бывает всякое. Тут бывает стандезит всякий интересный. А бывают мобы, бывает гравий. А, и разнообразнее камушки. Вот эти вот. А почему-то в цветочке... Камушки бывают только рыженькие. А здесь всех цветов. И я думаю, что на самом деле всех цветов меня интересуют. У них у всех разные свойства. Далее руду под названием борт. Кстати, абсолютно непонятно, что это и зачем она нужна. Но из нее можно сделать висюльку, может быть. Боку борт нет. Непонятненько. Ладненько. Я просто трачу время. Мне нужно, чтобы размножились вот эти вот. Но они, кстати, размножаются. И они неплохо размножаются. Может быть, уже скоро будет пора. Куча разнообразной красивости. Куча разнообразной полезности. И самое приятное, во, эмеральды. Зачем нам нужны эмеральды, спросите вы, и будете абсолютно правы. Так, палки есть, палки есть. Из дроверов можно делать, да, апгрейды. А из эмеральдов и дроверов тоже можно делать... Правда, дорогие, как я не знаю что... Ну, в общем, вот такие вот апгрейдики. Так, апгрейдики, видимо, лежат здесь. Хранилище эмеральды лежат здесь. А тут эмеральдов нет совершенно случайно. Есть, ты ж смотри, какая зараза. Ну и, соответственно, апгрейдики можно совать вот, вот в эти вот штуки. Теперь можно... Сколько воткнуть? Стек-лимит 256. 32 стека можно в каждом... В каждой, как он самой части хранить. Шикарненько. Прям вот целый спектр всех камушков. Круто.
А это что такое было? Видимо, свин в детском виде залез под эту штуку, а потом вырос и умер. Бывает. Ну что, продолжаем разговор. Кстати, не продолжаем разговор, а попытаемся перевысадить вот эти семена. Тут их должно быть немножко. Да, тут немножко из семян. И мы всю нашу делянку превращаем в производство камня. Угля, конечно, нет, поэтому будем строить из кобла. Кстати, а что значит нет угля? Есть же прекрасный рецепт с углем, тут нужно те же самые 8. Ну и получается вот этот самый камень, из него можно делать что? Из него можно делать кирпичики. Да нет, 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 когда я делал красиво? Ну, подготовка подготовкой. А делать себе еще немножечко вот этих штуковин забывать не надо. У меня, кстати, да, получается, что нужно вот как-то так и пожарить. Да ладно, пожарим вот так. 32 и 64, самое, так, 2, вот это сюда, вот это сюда. Все, будет пожарено. Прекрасненько. Это будут еще множество прекрасных потов. Что у нас тут-то? О, тут семена есть. Все, все превратить в семена. Все засеять несчастным камнем. Даже несмотря на то, что инфилиум мне реально в скором времени потребуется. Все должно быть засеяно камнем и железом. Так. Учитывая то, что у меня поспело железика. Ну все, это можно сюда закинуть. Учитывая то, что поспело железика, можно сделать еще один хоппер. Всего один. Ну ладно, хотя бы один. Вру, целых 3 получается, у меня еще было железо. Такс, а вот это железо, видимо, хранится где-то наверху. Стоп. Это же еще один. У меня прямо... У меня прямо, как называется-то, не квантовое превосходство, а технологическая сингулярность. У меня материалов производится больше, чем нужно для того, чтобы делать новые средства производства. Так, ботани-поты, кирпичи есть, все есть. Делаем. Интересно, сколько получится. Получится 10 потов еще. Итого 13 потов, и мне нужно где-то найти, черт возьми, мне нужно где-то найти много-много железа. Да, ограничен по железу получается. Ну вот еще 4 пота, которые можно установить там наверху. И где-то у меня был камень этот. Вот он. Так, а это 4 земли надо сделать. Тут есть мод, который делает вот такую вот штучку. Это, кстати, удобно, но, черт возьми, сортировка колесиком мышки и перекидывание колесиком мышки было бы тоже очень неплохо. Так, это... Так, здесь только началось. Давайте посмотрим вообще, сколько всякого барахла приехало. Железо приехало. Железо, я думаю, важнее вот этого безобразия. Поэтому мы, наверное, вытаскиваем сверху зеленую землю и перетаскиваем наверх. Вот эту вот красную землю. Да. Железо должно расти вообще. Как можно больше. Эй, а почему? А, потому что пустой рукой. Так, здесь растет железико. Ура! Больше железа! Надо придумать хороший способ спускаться. Я видел какой-то... рецепт из вот этой штуки, по-моему, чуть ли не квадратик. Да, сейфити нет. Что это такое? Похоже ли это на то, что я думаю? Да. Похоже на то, что я думаю. Эту штуку надо разместить где-то здесь. Чтобы я сюда падал. Такс. Ну, давайте посмотрим, сколько у меня камня. И что со всем этим можно сделать? Так, чистенько. Камня у меня 199. Ну, кстати, достаточно. Ну, есть одна небольшая неприятность.
Но мы с ней справимся. Так, нам нужен сундук. Сундуки есть. Вот этот барахло есть. Ай. О, как-то так. О, я здесь. Нет, это еще не ачивка. Это task completed. Это значит, что я выполнил часть таска. Ну, из этого можно построить моб-грайндер, наверное, такой детский. Для того, чтобы детей грайндить. Не знаю. Норм, хорошо. Давайте для начала. Для начала поймем, как мы это дело строим. Это будет где-то здесь. Нет, черепаха, извини, ты слишком крутая для меня сейчас. Кстати, а черепаха для меня слишком крутая. А я хотел сделать себе оружие. Извините. Так, где-то у меня был ножик. Так, вот это барахло временно едет сюда. Влезла? Влезла. Почти все. Так, мне нужны вот эти штуки. Мы делаем себе ножиком панельки. Бумагу я себе пока позволить не могу. Вот такую синюю. Поэтому приходится пользоваться вот этим безобразием. Так, и нам нужны палки. Много палок. Давайте посмотрим в моде. Он называется Silence. Silence Gear он называется. Вот эти штуки. Так, ну, собственно, нам нужно вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И вот это. Также, на удивление, я просто знаю, нам нужно 4 вот этого. А для этого нужен вул. И вула надо, кстати, сейчас собрать много, потому что вул я как раз на броню-то конкретно потрачу. Так, стоп. А что у меня за ножнички? Ножнички? А, не посмотришь. Рефрактив. Ножничками правым кликом я вешаю свет. Круто. Так, ребят, мне нужно будет очень-очень много шерсти, извините. Давайте всю шерсть сюда. Поехали дальше. Нам нужно вот такой вот, это что такое, boosting template. Где она, да, лайнинг, да-да-да-да-да. Ой, а где взять, ниточку? Ниточки-то тоже надо. Ну вот, допустим, есть ниточка, еще я убивал свиней, есть свиные потрошка. Ну, давайте пожарим свиные потрошка, а то что это я? Мясо пожарил, а потрошка не пожарил. На палочках. Такс. Стринги я бы, наверное, оставил. А потрошка как раз бы использовал. Итак, давайте придумаем, из чего делать броню. Можно делать из вот этого барахла. Можно делать железную, а можно сделать евориумную. Давайте посмотрим, что лучше. Здесь лучше, наверное, красненький взять, синенький взять. Ну, в общем, вот эти вот high-grade камни. Можно еще вот этот взять. Что про них пишут? Фаербритом, Harvest Level неинтересно. Нам нужно смотреть на статс самый верхний. Durability, Armor, Durability, Ancient Ability и Rarity. Armor 16, Armor... О, Armor 14, 16. Тут 14 не берем. 14 не берем. Я думаю, вот этого хватит. Так, здесь на армор сколько надо? Армор 20. Знаете, из алмаза делать, конечно, лучше. Так, это что такое? Фосфилит. Армор 10. Этот армор 16. Тафнес. Да, давайте самый большой тафнес сделаем. У этого тафнес 2, у этого тафнес 2. У этого армор 13, но тафнес 1. Да, это фигня. Тафнес 2, 2, а есть Magic Armor. Армор 16, Magic Armor. Это Magic Armor. Chipping Brittle. Я не знаю, что это, но мы это используем. Тут тоже Magic Armor. О, мы вот это используем. Так, а здесь Magic Armor 6. А здесь... Magic Armor 12. Но здесь и Toughness 4. А здесь Magic Armor 12 и все тут. Поэтому мы используем вот эту штуку. И делаем
и делаем вот такую броню. Все, шикарненько. Поехали. Шапочка. Шапочка делается из... Ну, видимо, будем делать красный сет брони. А, вот так вот. Нет, вот эту сделаем. Вот. Стоп. Да, красный сет брони. Как раз вот всего хватает. Вот так сделаем. А, что у нас получается? Синерджи 128%. Fairy, Brittle, Refractive Imperial. Armor 7.23. Toughness 3. Да ладно, на самом деле, ок. Примерно что-то вот такое я и хочу себе сделать. И, соответственно, бжинг-бжинг. Тафнис 2.8. Это вообще не тафнис. Это вообще не тафнис. А если вот так? То фиолетовенькая, но тафнис 8. Само почти. Почти. Тафнис, да, так себе. Но зато Magic Armor не тот. Ладненько, будем делать вот так. Ладно, хорошо. Замучили. Да, штанишки. Toughness 2.88, Magic Armor 7. Окей, хорошо. Так, и еще нам нужно было сделать 4 вот таких штуки. А мы их можем сделать так. Синюю не пожарилась. Но нам есть на чем жарить. У нас есть Теллоу. Так, хватит ли мне 6? Маловато, конечно. Но их можно так использовать. Круто. Так, штуки готовы. Как их использовать? Просто шерстью, да? То есть берем шерсточку и используем. Во. Эти штуки готовы. Дело в том, что броня, которую я сейчас сделал, она еще на самом деле не совсем броня. Чтобы она была броней, к ней нужно добавить вот эти штуки. И вот что мы получаем. 3.35, 0.76. Да вообще-то на самом деле фиговенькая броня. Если сделать... Так, стоп, нет, хелм надо посмотреть. Ну это Diamond Helm примерно, да? Это Diamond Helm получился. Нет, даже не Diamond Helm, тафниса вообще нет. Почему так мало тафниса? Твинство какое-то. Фигню я сделал, не броню. Но я старался. Нет, стоп, это сюда. Это сюда. И все остальное забить вот этим. Так, и сюда вот эту штучку. Но зато это гарнетовый, это самый гарнетовый сет. Better Armor, понимаешь ли. Ну и чего? Брони-то у меня полная пачка. А вот тафнис у меня что-то как-то 0.7. Но зато бегать не мешает. Намекают мне тут. Ладненько. Теперь нужно сделать меч. Меч нужно сделать из чего-то острого. Я думаю, вот такое мечишко мне подойдет. Ну, осталось только понять, что именно за меч мы будем делать. Я думаю, что это будет катана. Да, я думаю, что это будет катана. Ну, почему бы нет? Самый китайский Ваня. И она будет красная. Такая вот. И вот такая вот. Ну, вот супер вопрос. Что у нас тут есть за сет? Еродик, Чаотик, Бритл. Чиппин, Лаки, Бритл. Империал, Бритл. Я думаю, вот так можно ее сделать. Она будет черная катана. Так, и черной катане нужно какую-нибудь палочку, на которой мы ее будем носить. Я думаю, что юраниумовая палочка последняя. Это примерно то, что нам надо. Итак, что получилось? Получилось оружие. Хорошее оружие. 10. Лак какой-то, понимаешь ли. Лак прям два раза по плюс 50%. Попробую шли на коровах, но я убью маленьких детей. Коров, кстати, надо мочить уже. Потому что коров стало много. И если я сейчас правильно, если мне повезет, то мне дадут одну штучку, без которой жить не так весело, как с ней. Так. Animals Breed сделали, понимаешь ли. А, квест completed. Так, ну все, вроде бы они должны сейчас побридаться. А мы пока возьмем ревард за вот этот квест. Мне за этот неинтересно. Что-то дали. Что нам дали? Нам дали... Куби спаунек.
Куби — это такая пчела, которая вместо того, чтобы опылять цветочки, опыляет животных. Ну и, соответственно, размножает животных. Так, вы там готовы? Я пошел выбивать из вас трофеи. Вы не поверите, выбил. Вон, видите, даже адванс медали. Вот самая эту ачивочку. Самый адвансмент. Soul Gem, понимаешь ли? Acquire Soul Gem by Killing Mobs. Что такое Soul Gem? Это вот такая штука, которая иногда вываливается из коров. Мы, наверное, возьмем какого цвета оно у нас будет. Беленькое хочется. Опал. Опал красивенький, беленький. Ничего полезного в опале я не вижу. Берем опал, тем более у нас их много. Берем терракоту. Терракоту берем. Берем обыкновенную или извернемся. Давайте извратимся. Хотя не будем. Возьмем обычную терракоту. Терракота вот эта штука, опальчик, ну любой камушек. И мы получили урну. Что такое урна? Урна — это шалкербокс. Это шалкербокс, это все барахло можно сюда засунуть. То есть можно вот-вот, засовываешь. Вот, так что я сейчас потихонечку, готовлюсь к путешествию вниз. Беру еще с собой побольше всякого. Вот. Еду можно сюда положить, кстати. Лесенки и так далее. Вот это нам не очень нужно в руках. Вот это не всегда нужно. Факелов можно сделать и туда положить, чтобы там лежали. Вот. Нам же нужны будут факелы. Да, классно. Знаете, а пока я вот тут мучился... Тут неплохо выросло камня. Я думаю, что мне теперь мне хватит. Единственное, что здесь выросло еще и железо. А это значит, что мне... хорошо выросло камня. Это тоже забираем. И весь камень превращаем в камень. Во, я думаю, мне хватит. Что мы делаем? Мы делаем тупо платформу, на которой можно убивать мобов. Так, дайте еще одну штучку. Мы сделаем себе сразу много. Это мы сможем сделать себе, черт, еще 3 хоппера. Засадить я их решил серенькими семенами. Че я прыгаю? У меня же тут сейфити нет есть. Ну все. Что нам нужно? Нам нужно взять немножко кобла. И аккуратненько, поспав, чтобы на меня не напал никто, спуститься по воде вниз. Причем спускаться аккуратненько. Ай! А я сказал аккуратненько. Простраивая здесь потихонечку. Простраивая здесь потихонечку колонну. Копаемся мы в самый низ. Это что такое? Надо ли оно мне здесь? А не испортит ли оно мне что-нибудь? Не знаю. Может быть, испортит. Испортит. Здесь могут спауниться мобы. Поэтому, видимо, мне придется сделать вот так вот и легализовать вот здесь вот какую-то платформочку. Не просто ее легализовать, а еще и осветить. А почему я не взял с собой освещение? Так, осветить ее. У меня наконец-то есть шалкер. Нет, конечно, хочется что-то типа... сумочки. Чтобы не ставить и не открывать. Но так тоже неплохо. Так, стоп. Стоп. Мне нужно на высоту примерно 10. Потому что интересно, получится, не получится сюда. Ну, почти. Так, я лечу. Долетался, черт возьми. Ладно. Придется немножко отъесться. Такс, это уровень 17, а мне нужен уровень где-то порядка 10. Ну вот, например, вот этот. Ай, а как бы так вылезти? Да, вот так вот вылезти. Так, я нахожусь под моим этим самым. Значит, здесь темно. Ну а дальше начинаем строиться. Так, то есть, а мы как-то неправильно строимся. Дайте нам, пожалуйста, правильную постраивалку. Так, shift-click. Строим вперед горизонтал колонн размером
Ну, давайте размером 12. А к чему бы ее присандалить, так, чтобы она правильно построилась? Вот так можно? Нет, а вот туда вот можно? Ну да, наверное, чпок. Можно не падая это сделать. Да.